Здравствуйте, дорогие друзья. Я Анатолий Семенов, и, как всегда, в это время в эфире передача «Город С». Итак, месяц май мы провожаем, и можно говорить о том, какой это был месяц. Оказывается, это был месяц очень джазовый. Именно об этом мы сегодня будем говорить с моим сегодняшним гостем. Григорий Еремеев, дамы и господа, он у меня в гостях, саксофонист, солист ансамбля «Ретро-джаз». Григорий, приветствую тебя. Здравствуйте. С джазовым приветом. Итак, друг мой, мы знакомы еще с давних времен, со времен джаз-оркестра «Мираж». Вот я сейчас на камеру покажу, а ты и продолжаем беседу. Я показываю диски этого коллектива, где ты... Сколько лет отрубил ты там? Отсаксофонил? 10 лет. Вот этот альбом «Jazz Band Mirage». Великолепный коллектив джазовый, великолепный. Вас возглавлял Сичкарь, по-моему, умница большой, друг Олега Лундстрема, ученик его. И я считаю, очень повезло вам с этим человеком, и вообще нам повезло, что у нас такой человек здесь работал. Показываю еще один альбом. Этот альбом мне подарил в свое время Сичкарь, дирижер, руководитель оркестра «Мираж», где играл Григорий Еремеев, мой сегодняшний гость. Вот. Но мы не только будем вспоминать прошлое, но и говорить о будущем, о сегодняшнем дне. Вот почему я сказал, что май – джазовый месяц? Вот 8 мая, например, родился Кит Джаретт, знаменитый пианист и композитор, известный всему миру, такая суперзвезда. Вот. А 13 мая родился Стиви Уандер, человек, в общем-то, как бы не чисто джазовый, да? Как ты понимаешь, но его темами напоены произведения очень многих джазовых музыкантов, джазовых оркестров всего мира. Вот тебе на засыпку, а то, может, ты просто принес и скажут, принес, чтобы полежал на столе. Вот что-нибудь из Стиви Вандер на засыпку. Давай-ка нам с бацей. Прямо сейчас сыграть. Прямо сейчас, да. Ну, вообще, любую тему. Да, сейчас... Фрагмент темы. Я, что я знаю, у меня вообще-то не играю, но сейчас попробую подобрать по слуху. Ну, давай. Посмотрим, какой ты импровизатор. Импровизатор. Тема называется, по-моему, «Позвони мне, позвони». По-английски я не знаю, как это. Ну, я так полагаю, что это из фильма «Женщина в красном». Ну, возможно, да. Ну, давай послушаем. Может быть, это она. Отлично. Это она, да? Это «Женщина в красном». Ну... Великолепно. Итак, мы поздравили. Здесь сейчас нас слушает и смотрит Стиви Вандер. Но смотреть не может, он, к сожалению, слеп от рождения. Но он нас слушает, может быть, и слушает по интернету. Итак, с днем рождения, Стиви. 13 мая, день рождения. Вот Григорий Еремеев посвятил этот фрагмент мелодии тебе. Марк Львович Коган тоже 13 мая родился. Хочу заметить. Марк Коган? Наш. А, если Марк Коган, коллега моего сегодняшнего гостя, мой друг тоже, да, он неоднократно бывал в этой студии, друг телекомпании «Самаргиз», и тоже поздравляем вас с днем рождения от всей души. Итак, вот уже мы начали немножко говорить о мае, джазовом мае. Отлично. Я хочу, чтобы гости, чтобы зрители поняли, что гость мой, вот недаром в титре написано, что он солист ансамбля «Ретро-джаз». Вот он мне подарил этот альбом, где он на общих основаниях солирует, блестяще солирует, импровизирует. Прекрасная программа этого альбома. Тут и Дюк Эллингтон, и тут и Гиллеспи, и так далее, и так далее. Прекрасная программа. Спасибо. Марк Львович главный там играет. Да, и Коган, да. Еще раз с днем рождения господина Когана, нашего величайшего музыканта и дирижера. Итак, Григорий, вот ты музыкант с огромным стажем и с огромным авторитетом в музыкальном мире. А почему ты так редко бываешь вот как-то объектом для СМИ? Вот даже у меня ты впервые. Ты не был у меня ни на радиостанции «Серебряный дождь», ни когда у меня на другом телеканале была моя передача. Ты так скромен? Да нет, я думаю, это связано с тем, что я оркестровый музыкант, я не солирующий музыкант. Ну, ты сейчас только что показал обратное.
Нет, я могу играть соло, играю, один играю, и в дуэтом вот со Славой Шевардиным часто выступаем, и трио играем. Он недавно играли в Ренессансе Коган Маркович. Вот. Значит, Слава Шевардин, я то играю, вот это самое. Ну, вот как правило, музыканты, наверное, оркестровые отличаются от солирующих музыкантов. И... Они как бы стараются быть немного чуть-чуть в тени, да? Ну, наверное, дело даже не в этом. А вот вы попросили меня найти записи, я сейчас вот начал искать. И... Приводить в порядок архив, да? Да, дособирать, у меня его практически нет. Вот надо собрать, Григорий, надо собрать. С этой передачи я... Григорий, пора браться за архив. Вот 20 гигабайт накачал, где я работаю, вот архив, значит, накачал. Вот это самое, а то у меня не было. Ну, то есть, наверное, и мышление, и вот солистом все-таки трудно быть. Вот когда... Почему выходит там певица там, или саксофонисты, да, играет с оркестром, там, с ансамблем. Труднее. Музыканты поставили ноту, вот в оркестре я работал, да, и играешь спокойно. Ну, чтобы показать, что мой сегодняшний гость нас гнусно обманывает, что он прекрасный солист все-таки, мы покажем небольшой нарез, который я сделал в секрете от него, где он джазовую тему, знаменитые вообще только как орешки. Слушаем, наслаждаемся. Вот так, слушай. Да. За эту композицию, за набор композиций, который сейчас мы услышали, это в подарок нам, и вот за этот альбом, который я получил в подарок, тебе тоже Алаверды. Хочу тебе подарить несколько журналов, где есть и мои статьи о музыке. Показываю вот недавно вышедший из печати журнал «Самара и губерния». Прекрасный журнал с качественными материалами не только о музыке, а вообще о культуре. Вот сейчас, наверное, вот нам показали, да, крупным планом. Вот. И, значит, еще один, прям свежий, только что буквально вот с пылу с жара, альбом, в смысле не альбом, а «Леди Клуб» журнал. Здесь тоже мои материалы и материалы моих коллег. Наталья Носова, это вот тебе, пожалуйста. Спасибо. Это подарок. А ты у нее интервью брал или нет? Или нет, на, нет, нет, это потом разберешься, почитаешь. Ну просто хороший знакомый. Ну, ее знают все, конечно, знаменитая актриса нашей, руководительница театра. Окей, значит, продолжаем о том, какой великолепный месяц этот май. В этом месяце родился великий Сидней Беше. 14 мая в Новом Орлеане, еще в позапрошлого века, родился этот композитор и музыкант. И сейчас мы, чтобы тебе дать немножко передохнуть, тут я сразу на тебя так набросился, даем возможность послушать и посмотреть работу с большим оркестром, с прекрасным оркестром нашего сегодняшнего гостя. Вот и потом обсудим, слушаем, смотрим, наслаждаемся. Thank you.
Ну, великая музыка, вечная музыка. Сидни Беше, «Маленький цветок». Спасибо тебе огромное, Григорий. Ты чудесный музыкант. Ну и так, вот давай мы сейчас публике покажем такой эксперимент, продемонстрируем, да? Мы сейчас договорились, что сыграем с Григорием в игру. Я им буду задавать на человеческом языке вопрос, а он будет пытаться мне отвечать саксофоном. Вот что из этого получится, вот мы сейчас увидим. Давай, бери инструмент, работай. Да. Ну, я думаю, просто, да. Хорошо, вопрос такой будет. Как тебе май 2014 года? Так, и что это, если на русский язык? На русский язык перевести. Но я думаю, что май, вообще прекрасная погода, солнечная погода, вот, и очень много событий насыщенный, во всяком случае, у меня, угу. Вот, этот май, вот, поэтому узнал вот вещь, что 13-го Коган родился, я знаю. В один день со Стиви Вандером, да? Да, в один день со Стиви Вандером, это здорово вообще. Со Стиви Вандером я не играл, но с Коганом играл. Ну да, с Коганом. Видишь, кстати, он получил цепочка. Народного артиста Самарской области недавно. Да, да, не да. Считая, что он там заслуженный да. Работник, по-моему, культуры. Ну, да, да. Нет, вот. Он очень хороший человек и прекрасный музыкант. Вот. Поэтому надежды, конечно, как бы, как всегда, цветет черемуха, я уже заметил, да. Уже такие запахи. Люблю сирень из всех вот таких цветов. Вот. Ну, видишь, тем более композиция прозвучала «Маленький цветок». Опять же, не сговаривайся, понимаешь, это удивительно, конечно. Да, да. Отлично. Итак, продолжая разговор о именинниках месяца мая, джазовых именинниках, конечно. 16 мая 1913 года родился альт и сопрано-саксофонист, твой прямой, в общем, коллега, и к тому же кларнетист Вуди Херман, который руководил своим оркестром, воспитал очень много музыкантов прекрасных. Вот, давай поговорим вот о чем. Опять же, пусть инструмент будет при тебе. Вот сейчас много говорили о Крыме. Крым — это там наши братья, там эта земля, которая, значит, отвоевана, была в свое время у разных других империй. И вот сейчас очень многие туда устремляют свои взоры, и многие едут туда. Вот что-то о Крыме языком саксофона, в солнечном Крыме. Если по-русски. Ну, ассоциация возникает, конечно, у меня в первую очередь минорная. Несмотря на тот факт, что как бы наша Россия приросла очередной раз полуостровом Крым, но это связано опять с жертвами человеческими, с трагедией, я думаю. Какими-то личными трагедиями, тем не менее, да? Ну, у меня личных-то... Я еще, честно говоря, у меня там родные живут. А, да? Да, конечно. Я не знал. Я в свое время ездил практически каждый год в Крым отдыхать. Туда я не знал. Мы не сговаривались, кстати, да. Тему Крыма затронули. Вот. Нет, я звонил туда. Вроде бы все живы-здоровы, но как бы... Ну, дай бог, что все было вот, чтобы было все да. Солнечно и как можно меньше было действительно ну, человеческих каких-то трагедий. Вот почему-то вот на сегодняшний день, они же еще не закончились. Mm-hmm. Эти, ну, в Крыме, может быть, и закончилось. Вот... Воду там им перекрыли. Ну, вроде опять по какой-то схеме ну, включают. Да, сейчас. Да, да. Ладно, не будем политику, не будем. Не то есть у меня грустная. И я думаю, что тема вот эмоциональная отразила на ну, дай бог здоровья твоим родственникам. Да, да. Отлично. Ну, давай сейчас композицию прослушаем, посмотрим. Великая композиция, которую многие имеют в своем репертуаре, «Звезды», «Бесамамучи». Знаменитая Веласкес ее написала в 16 лет и, в общем-то, могла всю жизнь потом курить бамбук, потому что она ее... кормила долгие-долгие годы, ее знают везде, по-моему, даже на Северном полюсе. И вот эта композиция сейчас прозвучит в исполнении моего гостя, Григория Еремеева. Слушаем, смотрим.
Прекрасная музыка, Веласкес, Бесамамуча. Мы, опять же, когда смотрели сейчас, наслаждались этой музыкой, с Григорием придумали еще очередную игру. Мы такие вообще забавники такие. Задорные. Да, задорные ребята. Значит, мы решили вот что сделать. Сейчас он берет инструмент опять, и какой-нибудь на его выбор музыкальное понятие обыгрывает, музыкальную фразу какую-то сыграет, и скажет, что это такое вообще. Угу. Такой мини-всеобуч джазовый. Ну, джазовый там много, но я бы хотел что сказать. Есть такое понятие бибоп. То есть характерное для джаза акцентировка определенная, как сказать, Расстановка акцента. Да, во фразе. Угу. Вот Чарли Паркер. Характернейший пример. Да, характернейший пример. И у меня почему-то это получается, я считаю. Ага. Вот, и многих музыкантов слушаю, не у всех. Сейчас современные, когда преподают, у молодых музыкантов тоже есть, когда уже. Вот. А когда я начинал работать от джаза, никто еще как бы ни сном, ни духом. Вот, и не развито это было дело. Проблематично было. Ну, на примере вот таком я покажу. Допустим, когда классически играет постановка, музыкант играет, допустим, просто гамма. Вот. А когда. То есть плавно все характерно. А в бибопе это будет вот приблизительно такая. Вот такая вот. И та,
Итак, вот сегодня вы услышали продолжателя дела Чарли Паркера, которого все звали The Bird, птица на самарской земле. Это Григорий Еремеев. Вот я сегодня вам рассказываю, кто продолжает дело Чарли Паркера великого. Спасибо тебе огромное за этот всеобщ. Продолжаю наш майский марафон. 25 мая, кто бы ты думал, родился? Майлз Дэвис, трубач, композитор, руководитель массы великолепных ансамблей, который дал дорогу, открыл дорогу многим ныне очень звездным музыкантам, тогда еще молодым совершенно птенцам. Вот, Майлз Дэвис 25 мая, он там на небесах, и вот так же мы поздравляем. И вообще поздравляем себя, что такой человек родился на планете Земля. Да, характерное направление. Да. Вот что для тебя, как импровизатора, очень такого, мы сейчас увидели даже в небольшой передаче примеры, самым главным является при взаимодействии с твоими коллегами, музыкантами? Вот что самое главное? Что ты хотел бы от них слышать и видеть? Ну, ценится всегда, музыканты, когда собираются, особенно в маленьком коллективе, маленьком, вот, ну, ансамбль, да, в оркестре там, как сказать, не подберешь. А когда играет, как сказать, несколько человек, они должны, как, что называется, дышать одновременно, да? И в вот одном ритме, одним воздухом, да? В одном ритме, одном воздухе. У меня вот в нашем ретро-джазе Евгений Чиньонов, это наш руководитель, трубач, да? Удивительно, как сказать, мы в одном времени играем с ним музыку. Он прекрасный трубач, конечно, да, и реально. Вот ставит он, аранжировщик еще к тому же, ставит, так сказать, ноты, мы играем. Фразировка, акцентировка, где дыхание брать. Это все почему-то у нас вот даже без репетиций. Вот берешь другого трубача, там, допустим, были такие. Ну, я беру в одном месте дыхание, фраза одна, ну, да, фразировка другая, да. Да, понимаете, вот. И я уже не говорю, когда чувствуешь друг друга, там были проблемы. Ну, вот мы сейчас чувствуем друг друга, и я чувствую, что нам надо сейчас сюжет еще один поставить. Итак, Григорий Еремеев с оркестром «Виртуозы Самары». Прекрасная «Тика-тика» композиция Абреу. Слушаем, смотрим. Спасибо тебе за музыку. И завершается месяц май, 30 мая в Чикаго, в 1909 году родился король свинга, великий Бенни Гудман. Великий Бенни Гудман. Поэтому вот я всех поздравляю с таким обилием майских праздников джазовых. И если бы я стоял сейчас на трибуне на джазовой, я сказал бы: «Джазовый май, вас, товарищи! Ура!» Вот подари нам что-нибудь на коду, на финал. Самый тайм лучше. Вот лето ведь, вот вначале был фрагментик, сыграйте там. Я хочу сказать, я еще играю на кларнете.
там уже. У прохожих на виду? Да. Да? У прохожих не играет, но закончил музыкальную школу, музыкальное училище по классу. Более того, наш сегодняшний гость участвовал в великом фестивале швейцарском Монтрё, где также бывал я. Да. Так сам Итай. Да. Гершвин. Вспомнить надо. Вспомнишь, пожалуйста. Аплодисменты. Итак, с джазовым маем вас, товарищи. Григорий Ермеев, тебе спасибо. Гриша, дорогой, великий ты музыкант. Я напоминаю, что в гостях города С сегодня был солист ансамбля ретро-джаз, импровизатор, саксофонист Григорий Еремеев. Следите за афишами, слушайте хорошую музыку, и к нам будут приходить джазовые музыканты тоже все чаще и чаще. Всех с праздником. С летом, товарищи, а то, что прозвучало «Summer Time». С летом, друзья. Угу. До встречи в эфире. До свидания, Григорий. Угу. До свидания. До свидания, телезрители. До свидания.